Так в том-то и прикол, они не видят. Блин, ну тогда людям, которые не видят осквернение, кидается куда и на кого и где. По-моему, тогда на лечение нечего делать. Алло. Да, здорово, здорово. Дома. Да. Sacrifice. Что ты говоришь? Холик. Ну так, в РС я хитил иногда. Нет, у меня спец. Все хреново мне, да? Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Жалко.
нажал. Не-не, он вылетел. Дайте Дивана Сакрифайсера. Дивана Сакрифайсера дайте, Трисси. Попадай. Это ловушка. Нету регов. Дайте в диван, но он около этого стоим портала, около склепа. Как не в гильдию, если он пишет в гильдию? Чё, мошвара и лестница? А вы тоже эти гифки смотрите, там где еду готовят вкусно, думаете, бля, когда-нибудь я чем-то попробую приготовить? Ничего себе ты оказал давление на человека. Замнил себя Джерри нам просто.
Ну, он написал в гильдии, что он прощается. Подожди, подожди. Ваня, вареньку, у тебя протопал есть? Ваня? Да, он в РК именно. Да, ну это ж Ваня, если он в РК, это не значит, что он тебя слышит. Кого? Холодца нет в рейде уже. Да, и Ваня, да, зашел протопалом, но он ничего не ответил. Пика ее нахуй тоже не отвечает. Кика, ретро, убери точняка и погнали. Здрасте. Пришел. Yes. Чего вы моего шамана не взяли в рейд? Рыбку, можно рыбку? Да, тут, извиняюсь. Я смотрел, как этот мужчина дерется с женщиной. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Форд? Какую вам ауру поставить? Быструю, чем ты заслуживаешь. Рота, сними протопал, сними ауру, поставь первую, а ретри пускай третью поставить. Мучение сам, и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Ну что, Артас, падешь ты от наших рук? Послужит доказательством моей безграничной мощи. Нет, конечно. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Бежал Лори, Лори побежал. Ух ты. Что-то я похлопал.
убежал. Блять, ра. Нет. Кешал. БЗ прожми. Капли, дайте по нему, у него ревностный прокол. З прожми, я просто понял. Джез гимн на ману, шаман на ТТ. Славян, замени меня, мне надо уйти на 20 минут. Ваня, возьми, плюсал он же несколько раз. Класс, что ты сказал, заменяйтесь. Он писал, что он тебе в личку писал, прочитай. Ну, значит, ты сейчас задал ему вопрос, жди в личке ответ. Давайте, заменяйтесь. А можно замениться? Можно возбудиться. Гефестиум Ретрия, точнее Трисия. Ух ты. Подойти поближе. Ой, блядь! Ой, ебать! Да ну, я сейчас из дома 2, блядь, смотрел вырезку. Ёбаный в рот! Это жесть! Это... Ты понимаешь, это моя реакция, вот... Вот это, ой, блядь, это вышло просто... Это как когда это на шарике этому летал, примерно такая же не было. Пиздец, ну они дурные. Божечки. Сейчас релок, все. Приставов лапу. Пизда.
Раз, раз, слышно меня? Да, да, привет. Блин, что спустить? Давай, нормально, не хранит ничего. Ну, готовься, потому что я уже целка давно не танчил. Слышите, ребят, вы замечали, у орка идеальный рост, чтобы когда подойти к плечу, быть на уровне его паха. Вот и человек никогда не унывает, блядь. Да, сюда. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю. Понял, как он делает, блядь. Да-да, вообще кидал его. Ты пройдешь через эти мучения. Че за Легу пожалуйся, короче, на ЕП разводит пацанов. Теперь либо убиваешь, либо этот ливай с минусом. Будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Я залечу. Встаньте в звезду. Давай на край 71 бой. Диспей. Лилия, щиток на себя, гимн на ману, шаман и тотем. Уже дала гимн на ману. Зачем без команды? Дали дать на переходке, я дала. Yeah.
Во-первых, ты не сказал, куда выносить. Ты сказал, выносим осквернение. Не сказал, показал звездочкой, к которой он сбежал. Что вы смотрите? Ты лучше говори. Смысл говорить, который раз уже траем и постоянно одно и то же делаем, блин. Можно уже ничего не... Кстати, еще ДБМ, может это только у меня, но ДБМ пиздит. Он вместо, когда первое осквернение идет, он, короче, на 4 секунде начинает кидать лужу. То есть не 5-4-3-2-1, а именно на 4. Вот, а потом вроде нормально кидает. Стой, брат. Дитрия рулит на хила. Да кер же. Thank you.
Ты реально по клонской не идешь, что этот пишет? Два раза написал, что тот. Левон Ноя. Что за херем? Я пойду обратно. Ты никого не убил, за что тебе плюсовать? Это тоже такое отношение пофигистическое. Слишком далеко. У тебя сейчас 3 хилона, да? Нет, нету. Дайте представлю. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил. Это был единственный раз. Но другие нормально все было. Ты пройдешь через эти мучения сам. В другие трое нормально все было. Это последний такой. Я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. На БДК. Не, нормально.
медики, медики. Ресы потом не достанут кто-нибудь, войд команды. Семьдесят окрай. Дайте кимнаман. Вставай, вставай быстрее. По-моему, взрыв. Блять, сука, меня убило. Нормально. Да не вроде. Кто этот фиг? Чего он ловит? И положил. Я его не увидел, сейчас я сдохну быстро, не дергайтесь. Не вставай только под валик. Спасибо. Ой, валькиры, подружки. Поставьте там шкаф, наверное, лучше на платформу. Резните, пожалуйста. Кто сказал? Я. Кто я? Ты теперь угадай. Что вы тут? Разбойники. Разбойники. Ну, короче, да пиздец, блять.
осквернения, блядь, за три подряд или сколько там, четыре подряд осквернения. Вальки летят, и вальки с осквернением в луже, блядь, все милики дохнут. То протопал танчить не умеет, то Поклонскому надо ответить, то еще что, короче, я это заебался, с вами будет релить. Могу зайти кем-то. Так есть, кто хочет пойти отдохнуть, есть такие здесь? Пока что фул рейд. Ладно. Фирк вот этот шуман, ты его взял, он с какой гильдии был, с кунтов? Не, просто вообще с чата. Ну, что-то... Так, ладно. Давай. Ну это тот паладин, который обычку танчил сегодня. Видел, заметил. Тот чел, который ходит на вахту и пропадает на 3 месяца. Mm. Он в РК сидит с нами. Да что там заебал, пиздит и пиздит. Ну хули, бывает такое. Комар человеку в глаз попал, не вынес оскорбление. Бывает такое еще. Слав, у нас тут весь рейд такой. Здесь рейд с комарами сидит. Бафы давай вначале. Если там, это мошкары, ну это... Слав, дай ассиста, слышно, не? А, сейчас, да, слышно. Да, сейчас слышно, вас слышно превосходно, ребята. Ваня. Да, сейчас, что-то у меня с микрофоном не могу понять, что драйвер обновился, что-то не херово. Так, ладно, давайте на клавишу поставил, чек на пул, там сейчас запущу вас, добавлю. Неужели прибыли наконец? Так, давайте все готовы, на позицию становитесь. Сейчас такую тупую гифку посмотрел. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Гифка меня достойна. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Грегор, подойди к личу. Да, конечно. Я если что чуму диспелю, ребята. Я вот диспелю чуму. Да будет так! Герои в атаку! Так, давайте, бой начинается, 2 секунды. Милики, ловушка, это да, проходим чуть. Смотрим, чума, 2 секунды, смотрим, на ком выносим. Так, чума на лоре выноси. Конского диспел. Милики, ловушка, РД проходим. РДД. Так, смотрим, сейчас будет чума. Армагеддон выноси. Милики, ловушка. Так, РД ловушка. Смотрим, сейчас чума будет, забери шаркающего слейда. Так, чума на Армагеддон выноси. Ты уходи шаркающими на край. БДК давай к нам веди. Милики ловушка, идем к РД зоне. Так, давайте стоим пока тут. Сейчас будет еще одна ловушка и будем на край идти.
Почему вы в рейде будете диспелить? Все, ушли на край милики, ловушка. Так, чему нет, нормально, там Миннер своим шаманом взрывайте. Набирайте ножом между собой. Дайте капельку на протопала. Так, спресты, ханты, бейте сверки. Гимномана слили, да? Гневный дух на протопале там. Стой, идите в ту сторону, бейте. Илики, не подходите, подождите. Все, можете подходить. Вынесите чему топор. Не спальте по рейду чему. БДК прожмешься, протопал кинешь на БДК капельку, когда лича поймают. Так, Алдер, резай меня. Не резай, падаем, падаем. Падайте. Да, нужно было, конечно, шар взять. Надо как-то для интереса ДЦ сделать. Кто хочет отдохнуть, может Олега сейчас взять вместо кого-то. Точно ГП тогда полетит. Масштабное. Да ладно. Этот. Напишите Олегу, надо демо. Я могу место уступить. Да, уже да. Ты, Машулька, хочешь уйти? Если ты хочешь, могу тебе уступить. Я пошел курить, короче, пока. Молодец, не надо было идти туда бить гневного духа. Словили чуму, никто ее выносить не собирался, блядь. Не надо так делать. Надо было дать сало ему, тянуть этого духа, я не знаю, и с лицом в центр платформы тончить. А Лола есть в РК, не? Или это этот Богдан? Ваня тут?
Таблетки раздвоения личных. И шкаф вот сегодня ты. Олег тут. За это ты читаешь? Бери лучше демона этого холодца. Этот Олег, слышишь? Не офиси, заходи. Чё? Будь путь на себе, сейчас вару уберем. 5.9 там он уходит. Жопа какая-то вообще, по хилам, блядь, по мане, все пиздец просто. А, сейчас убьем. Я не знаю, там что-то Ваня, блядь, мы же не в том канале. Ваня, ты тут? Да-да, скрикнешь, рука, я тут пробую, короче, запустить что-то. Ну, короче, крикнешь, когда будет готов. Перерыв отойти можно на 5 минут? 3 минуты давай. Холодец сейчас залетит до инстанции.